С первого взгляда побережье пруда не сильно замусорено, но участники субботника, разойдясь по территории, стали быстро наполнять мешки бутылками и прочими отходами человеческой жизнедеятельности. Очень хотелось бы убрать территорию, где отдыхают жители Видного. Здесь многие из нас живут и хотим сделать, чтобы наш город был чище. И хотелось бы, чтобы люди, которые приходят сюда отдыхать, тоже убирали за собой. На призыв к участию в субботнике откликнулись жители близлежащих улиц. Мария Аргир пришла с дочкой. Она уверена, только личный пример станет хорошим уроком на будущее для детей. В обычное время сами справляемся, потому что гуляем здесь с детьми, горку строим, заливаем. Достаточно, в принципе, чисто, но спасибо за помощь и очень рада таким инициативам. Большинству из участвующих в субботней уборке эти места дороги с детства. Местный депутат Гаджимурат Гаджимурадов вырос в Расторгуеве. Благодаря активным жителям, считает он, можно поддерживать порядок на территории. Мы здесь все купались, ловили рыбу, жарили шашлыки, отдыхали с детьми. И хотелось бы, чтобы это в таком состоянии оставалось. Было приятно сюда приходить, проводить время. И по возможности сохранять природу. Большая просьба к жителям, которые приходят сюда, не забывать за собой продукты жизнедеятельности и убирать. Помощь в организации субботника оказали сотрудники дурсервиса. Они приготовили мешки, перчатки и вывезли собранный мусор. А по окончании большой уборки все участники получили небольшие подарки от группы «Видное. Покажем все». Татьяна Брылова, Елена Кошелева, «Видное ТВ».